Сережа, запускай шарманку. Итак, мы с вами разбираем книгу «Бытие», и мы говорили о том, кто были потомки Лота, как их звали, Женя. Итак, как их звали, Евгений? Как же вы не помните? Вспоминайте, такое легкое название, запоминающееся легко. Так, Владимир, вы помните, брат, как их звали, потомков Лота? Нет. Ясинский Володя, говорите. Да, вы брат. Манитяне. Как? Манитяне. Манитяне. Ну что-то вот маню, да? Манитяне. Ну да, почти. Молодец, молодец, брат. Может, он лишь. Это Ксения снимает, да? Нет. Ваня и Света дежурят. Хлопцы, поднимите стельцы, будь ласка. Красавчик! Ты шо? А ну давай покажи, как ты поднимаешь стул! Вот это мужик! Быстренько. Муха, иди отсюда. Мухой. Когда освободишься, ты мне... Все, давай, Вовка, иди. Иди, пока я добрый. Ты это.
Шаня, що я розмазую за тебя постійно? Женька, дайте, то я тебе покажу сейчас Мишку Ярова. Дашка, у тебя новый телефон. Да. Что за процессор? Не знаю. А камера какая? Вау. Не знаю. За сколько брала? Мне подарили. А что за модель? О, Мэйзу. Ну, лучше в Xiaomi, конечно. Не знаю, мне это нравится. Понятно. Ну, ты в следующий раз и что меня спрашивай? Я могу любого по телефону проевангелизировать. Женька. Женька, какой ты карточкой пользуешься? Я не пользуюсь. Женька, какой банк у тебя? Да я не пользуюсь вообще никаким банком. Жек, ну, пора. Жек, ну ты смотри, за монобанком будущее. Ты сейчас зарегистрируешься, тебе 50 гривен, мне 50 гривен. Да, ну, Миха, нет пока времени, ну, и так куча уроков надо давать. Ну, ты смотри. Ну, ты пожалеешь. Юль, что там за ссылка ты набрала? Это Третье Царство. А шо это? Монобанк. Добрый день. Проверим ваши тесты по ИСАИ. Скажу вам оценочки. Ярмаш 3. Ура, пошел! Тарабрина 3. Дегтярева 4. Нет! 4. Ясинский. Что с тобой? 5. Что? Что? И 23-й стих говорит нам об условиях. Я уже вам назвал начальное условие. Как же сегодня жарко. Ну, Даша, это пить-то такое. Вложение принимать, нежели давать, написано. Света. Чай, я возьму. Да что ты у меня постоянно чай спасибо, забираешь? Спасибо, это супер. Все хорошо, спасибо. Ну, на тебе еще яблочко тогда. Спасибо большое, спасибо. Приятно. О, Миша забыла отдать яблоко. Миша, возьми яблочко. О, давай. Мы же с Никополем, мы должны держаться вместе. Да, конечно. Возьми еще. Спасибо. Сейчас, подожди. Одна треть населения. Одна вторая были просто предупреждены там, что там. Одна вторая предупреждены. То верный остаток. Вообще можно высчитать верный остаток? Ну да, сейчас. А, одна четвертая. Спасибо. Хорошо. Дайте листочек, ребята. Нет. Оля, дай листочек. Оля,
Да, листочек. А, сейчас, братик. Братик, наверное. Оля самая лучшая сестра. Спасибо. На этом все. Отдыхайте, перерыв. Первый-второй курс, останьтесь буквально на 5 минут. Аня, закрой дверь, пожалуйста. Давайте решим, какой подарок мы будем в этом месяце дарить преподавателям. Ага. Вот там. Тамара, это твой волос. Чего ты сразу мой, Ваня? На твой попозже. Ой, точно мой. А никто не видел мои волосы случайно? Что-то я не пойму, мне не хватает. Цена твоя часа. Ой, точно. Слушай, такое дело. В какой руке? В правой. А, ты не угадала, я просто тебя выгасить хочу чуть-чуть. Спасибо. Вот, все, приятного аппетита. Интересно, с философской точки зрения, в этом пирожке картошка или капуста? Ребят, выйдите? Спасибо. Спасибо. А ты, Вань? Да, да. О, спасибо. Что я не выучил стихи по этому Якову. Ванька, привет. Тут, в общем, такое дело. Тут это, Аня позвонила. Просила очень сильно молиться. У них завтра сложный тест по Морели. Они не знают, что учить. Надо помолиться за них. Какая Морели? Тогда у меня молюга завтра. Так, давай. Любий Отче, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день та просимо поблагословити наших сестер, щоб вони зрозуміли, що їм потрібно вчити, що їм потрібно використовувати в житті, Господи. Просимо тебе, щоб вони не завалили тест у мережі,
В имя Спаса нашего. Аминь. 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 Спасибо. Всем доброе утро. Привет, Олежка. Здравствуй, здравствуй. Кто у нас там сегодня выступает? Смотри сам. Какие молодцы, Дашка. Молодец, сестра. Света, молодец. Привет. Привет. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Знаешь, что испытание вышло? Да ты улыбаешься. Ничего себе, смотри, не успеваешь. Ну, делай, смотри. Ну, Назарчик, спасибо. Ничего не попало. Великая радость, братья, понимаете, когда попадаете в различные искушения. Ну что, дорогие, сегодня у нас экспромт, так что вы уже приготовились, время прошло. Назар, пожалуйста, ваше выступление. Давай, Слайдермен. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим на такую прекрасную тему, как Божья любовь. И в Бытие, в первой главе, в первом стихе мы видим, что сначала сотворил Бог небо и землю. Так как у меня было не очень много времени, но я не мог нарушать своих традиций, я создал такой великолепный слайд, на котором мы можем увидеть нашу землю. И если мы присмотримся, то там мы можем увидеть нас с вами. Какие же вы все-таки молодцы. Действительно, как по Писанию, Бог нас настолько любит, что дал нам такую благословенную землю. Смотрите, какие голубые облака мы можем с вами увидеть. Посмотрите, какие высокие горы с белыми вершинами. Это снег. И давайте с вами откроем Римлянам 1 главу, 20 стих. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривая творение видимы, так что они безответны. И действительно, если мы присмотримся туда, то мы увидим, как нас Бог благословил с вами, какие звери красивые нас окружают, каких птиц мы можем там увидеть, какие голубые моря. И в этих прекрасных морях мы можем с вами увидеть таких прекрасных и красивых рыб. Итак, давайте подведем с вами итоги. Пункт первый. Бог действительно нас любит. Пункт второй. Мы должны отвечать Богу взаимной любовью. И пункт третий. Какие же мы все-таки с вами молодцы. Года сотрудники нашего института, а особенно преподаватели, задавали вам очень сложные вопросы. Порой эти вопросы были настолько каверзные, что вы не могли даже на них ответить. Но на днях я задал им тоже очень сложный вопрос, на который они тоже не могли сразу ответить. И этот вопрос звучал так. Что бы вы пожелали выпускникам, если бы у вас была возможность сказать только два слова. Давайте послушаем ответы. Так, ну аж подумай, подожди.
одно или два, да? Можно много что сказать, но так, чтобы было объемно и красиво, то нужно сказать, наверное, будьте верными Христу. Не останавливайтесь. Возрастайте. Постоянно изучайте Божье Слово. Заботьтесь друг о друге. Будьте водимы Святым Духом. Будьте настойчивыми. Любите Бога.